дата изготовления 07.10.17, сегодня 36 суток. Вот, свежий. Да. Девушка, а можно менеджера пригласить, пожалуйста? Кого? Менеджера. Менеджера. Это... Никита, подожди. Мальчик, чек возьми, пожалуйста. Здравствуйте. Смотрите. Пиво с лимончиков. Вот. У них год срок годности 30 суток, а изготовлены они 21 октября. Пробили? Да, да, да. Вот три упаковочки. Я могу вернуть. Да. И, как я понял, могу взять аналогичный товар? Нет, правильно? Нет, не можете? Уже, нет. Уже нету, да? Нет. А давно нету? Давно уже. Понятно. Ну, давайте. По карте, да? А чек мой можно? Говорит, не возвращают сейчас. Спасибо. Ну и вот мы вернули просрочку. Сейчас, наверное, оставим отзыв. Где книга? Девушка, а где у вас книга жалоб и предложений?
Книжечку. Да что? А? Да что? До 30 октября-ноября. Да, ну, до 30 ноября. Нет, я имею в виду просто книгу. Отзыв. Отзыв? Да, хотел бы оставить отзыв. А что это называется? А? Возврат вернула? Ну, да, да, да. А что еще прикажешь? Отзыв оставить. Книги, отзыв, предложений. Все. Акция начала действовать? А? Акция начала действовать? Мне нужна за любовь, чтобы мне жалко писали. Угу, я понял. Все, да. Спасибо. Ну, ладно, что, не будем тогда жаловаться. Если лимоны нам все-таки отдали свежие. В Пятерочка. Обращаем ваше внимание, что для улучшения качества обслуживания разговоры могут быть записаны. По вопросам качества обслуживания в магазинах Пятерочка нажмите 1. Для активации. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Как я могу к вам обращаться? Здравствуйте, меня зовут Павел. Очень приятно. Чем могу помочь вам? Подскажите, пожалуйста, в ваших магазинах еще действует акция, что при нахождении просрочки получаешь аналогичный товар бесплатно? Да. Программа за качество отвечаем действует, но при этом нужно приобрести товар. Угу. Я понял. Хорошо. Ну, это все, собственно, что я хотел узнать. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Угу. До свидания.